Компания «Видеосинема» совместно с участием Газиевых представляет. Все мы знаем, что в жизни каждого человека происходят моменты, когда он стоит перед выбором. И ему приходится выбрать что-то одно. Не всегда человек выбирает свою судьбу сам. Оно ему дано Всевышним. Люди всего мира мечтают быть счастливыми, выбрав правильный путь. Все мы разные. Веселые, серьезные, смешные, рыжие, конопатые, добрые, любимые. И у каждого своя страница в истории. И одно из таких долгожданных событий произошло именно в октябре 2010 года, которое потрясло весь мир. Все ждали этого момента, наблюдая за происходящим за экранами телевизоров. Момент истины настал. День влюбленных теперь отмечают 9 октября, так как этот день считается самым прекрасным, счастливым, ярким и незабываемым днем. Днем, когда произошло бракосочетание Ришата и Эмине. Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready and strong enough. But sometimes I just felt I could give up. But you came and you changed my whole world now. I'm somewhere I've never been before. Now I see. In my head, it's so clear now. Hold my hand, you've got nothing to fear now. I was lost and you rescued me somehow. I'm alive, I'm in love, you complete me. And I've never been here before. Now I see what love is. It's so can't help but break down.